Шумить, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Animal Jam. Это видео выходного дня, где мы просто играем, никаких обзоров, никаких новинок и ничего такого подобного. Итак, как вы знаете, у меня очень много сейчас участников стаи, с некоторых пор их можно добавить до 100 участников, это очень круто. Давайте поиграем немного, уж соскучилась очень сильно я по бегам, тем более, вы сами знаете, что эта локация одна из моих любимых, а здесь нужно будет собирать подарки. Вау, ничего себе, вай-вай, вы посмотрите, сколько здесь сразу колодцев. Ну, они сейчас, к сожалению, не срабатывают, потому что бега еще не начались. И там еще два, и еще там вдалеке я вижу, ничего себе. Обалдеть, сколько здесь колодцев, но я думаю, что сейчас все побегут именно в эту сторону, и мне уже, как всегда, ничего не достанется. Так, ну ладно, давайте ждем остальных участников. Пока что собирать ничего нельзя. 2, 1. Побежали! Ну, кто ближе всех был, тот быстрее всех и собрал, да? Здесь мне ничего не достанется. А знаете что, давайте схитрим. Здесь соберем? Успеем? Успеем. А давайте схитрим, побежим, наверное, в другую сторону. Не в ту сторону, куда побежали все. А потому что сейчас там будут сметать все на своем пути. А если я буду бежать за следом, то мне ничего не достанется, поэтому мы бежим в эту сторону. Будем собирать подарки здесь, не торопясь. Не люблю, конечно, я в попыхах все бегать искать. С сумасшедшими глазами. Мне нравится все делать вот так, с чувством, с толком и с расстановкой. Вот здесь везде подарки возле домиков. Что-то розовый волк там потерялся. Наверное, интернет немножечко глючит, да? Ага, у нас же ведь сундуки только для подписчиков, по-моему, доступны, да? Угу. Так, олень, разбегайтесь, еще один олень идет. Здесь у нас прыжок был, и еще один подарок забираем. Там сзади у нас, по-моему, нету, да, подарков? Мы ничего не пропустили, надеюсь. Но даже если мы пропустим пару подарков, я не думаю, что это будет сложно. Будем стараться, конечно, больше всех собрать. Надеюсь, у нас получится быть первыми в списке. Так как я знаю эту локацию, в принципе, я в прошлом году в нее очень много играла, и позапрошлом, по-моему, году бегали мы с участниками, очень много бегали. Так, еще один колодец. Вообще они называются порталы на самом деле, и открываются они действиями или эмодзи. Вот, смайликами они открываются. Если вдруг кто не знает, кто недавно играет в Animal Jam и кто только-только начал играть в бега, вот я объясняю, что их тоже нужно вскрывать обязательно. Ну и, конечно же, открывать подарки, собирать леденцы, ну и все такое прочее. В принципе, все одинаково, схема одинаковая из игры в игру. Я об этом постоянно говорю в своих видео. И я очень рада, что, конечно, сейчас могут играть в бега без подписки. Все игроки Animal Jam, я думаю, что это новогоднее веселье будет самым запоминающимся в этом году, в ушедшем, ну и, наверное, в будущем тоже. Давайте здесь закинем подарки. Половина времени только прошло, у нас все шансы есть собрать больше всех подарков. Здесь всего лишь 300 подарков, чуть-чуть больше, может быть 302 или 303. Если мы соберем все подарки, то мы, конечно, во-первых, очень много очков для стаи соберем, да? Которая продвинет нашу стаю еще выше. Так, подождите. Что такое? Я же нажимаю. Я же нажимаю на эти подарки, почему они не берутся? Не всегда срабатывает. Так, еще там кто-то леденец забыл, но это, наверное, я забыла, потому что здесь только я была. Ну все, все собрали. Ну, я не знаю, дальше побежим или все-таки кто елочки? Нет, наверное, дальше побежим. Вперед лучше. Там еще тем более леденец есть. Ого, уже больше половины собрали. Молодцы, молодцы участники стаи. Активно бегают. Но я думаю, что им очень интересно сейчас собрать шипастые ошейники. Они, конечно, мега классные. Новогодние, рождественские ошейники. Вообще суперские. Мои любимые, я их очень часто ношу. Ну, знаете, да, мои образы, я постоянно использую эти ошейники в образах. Так, там колодец уже открытый. Кто-то здесь пробежал, да, по-моему, или его я открывала, я уже не помню. Нет, здесь кто-то уже пробежался. Причем пробежались так, что колодцы только пооткрывали, а подарочки-то оставили, да? Нет, в принципе, чистенько, но вот здесь подарки оставили. Вон там, смотрите, портал открытый, и вокруг подарки. Ну, кто ж такой?
Неаккуратно-то. Нужно за собой прибирать. Или вы ждете, когда Прика пробежится и все соберет здесь. Так, еще 30 подарков под елку. Еще немножечко можем собрать. А, не успела. Он был вперед меня. А вообще здесь отстает немножечко интернет. А на самом деле игрок он был впереди меня. А мне кажется, что он как будто бы чуть-чуть попозже зашел. Это конец локации, дальше уже не пройдешь. Ладно, поскакали. Дальше 30 секунд осталось. Нет, я не успею. Я не успею, но я там вижу, в лесочке еще есть подарки. Или мне показалось? А, нет, мне показалось. Нету здесь ничего. Вон там вдалеке есть подарки, но я уже не успею их, к сожалению, донести до елочки. Очень печально. Да, жалко, конечно. Покатаемся по льду. Е-е-е! Так классно. Олень катается по льду. Такая анимация офигенная. Вообще, мне очень нравится. Так, ну мы все равно насобирали больше всех. 87 подарков в нашу копилку. И тройной бонус нам еще дают за то, что много участников было в бегах. Да, бега мне очень понравились. Тиффани, кстати, вожак стаи. Она может набирать участников стаи, может делать их также вожаками. Так что слушайтесь Тиффани, она у нас командир, самое главное. И я еще хочу сказать, что я поставила рождественское логово, может быть, многие уже из вас знают, потому что я его открывала на выходные, по-моему, с пятницы я его открывала. Давайте здесь пробежимся, посмотрим. О, здесь, смотрите, пруд с удочкой. Можно ловить рыбу, очень мило. Соберем краска семена. Здесь у нас питомцы. Пробежимся дальше. Здесь, конечно, очень много предметов стояло для подписчиков. Ну вот, которые могут использовать подписчики. Поэтому мне пришлось их заменить игрушками. Здесь я тоже все расставила. Раньше у меня здесь стояли магазины. Вот, и сейчас я здесь поставила мороженницу. Да-да-да. И ларек фейерверков. Очень мило. Хочу еще пойти сходить в магазин, посмотреть, что продают в Джамаркете одежды. А, здесь, к сожалению, только вот ожерелье новогоднее добавили и больше ничего такого особенного. В городок Джама тоже нужно сбегать забрать подарок, который я все время забываю забирать. Я вот 4 числа забыла забрать подарок, к сожалению. Или я его... А, я 4 числа вообще не заходила в игру. А, вспомнила я. Жетон шедевра нам сегодня дают. Так, и еще подарок один за 5 число я могу открыть, не разрешают. Один сапфир мне дали. Так, а этот за 6 число, это уже для подписчиков. Второй подарок дополнительный. Просто интересно узнать, что же там могут давать для подписчиков. Прям вот, не знаю, может быть стоит все-таки оформить подписку ради этого. Джамаркете мебели наверняка добавили какую-нибудь новогоднюю мебель, рождественскую, да? Давайте посмотрим. Да, надувной снеговик и надувная елка на Джаникулу. Я по магазинам не часто хожу. Я знаю, что это добавили еще, наверное, в среду или, может быть, еще раньше. И как-то пусто здесь сейчас без сундука просмотра рекламы. Мне очень жаль, конечно же, что убрали этот просмотр рекламы. И сейчас нет возможности получать... Ну, есть возможность, конечно, получать сапфиры за ежедневный вход в игру, в рулетке, да? Но нет возможности получать сапфиры за просмотр рекламы. Это очень... Это... очень-очень расстраивает. Как вы видите, логово у меня открыто для всех. Заходите, развлекайтесь, знакомьтесь. Приветик, кошечка 255. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Animal Jam. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.